О следующем отопительном сезоне нужно подумать уже сейчас, чтобы потом не возникло заминок в эксплуатации котельных и других объектов теплоснабжения. Глава администрации округа Евгений Корж провел расширенное заседание штаба по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к прохождению отопительного осенне-зимнего периода 2019-2020 годов. Все уже понимаете, какие проблемы у вас выяснились за 2019 год. Вы уже, наверное, планы наметили. Какие ремонтные работы будут проводить? Объекты теплоснабжения необходимо вывести из эксплуатации в ремонт перед началом следующего отопительного сезона. При этом, согласно федерального закона о теплоснабжении, такие процедуры должны быть согласованы с органами местного самоуправления. Обязательно нужно указывать сроки и порядок действий. То есть это должна быть программа ремонта, согласованная в программе, конкретные сроки. Что стоит в программе, то предусматривается. Что не будет написано, это значит не делается. Поэтому конкретно указывать, с какого по какое пуск в работу будет, остановка и запуск. Необходима также своевременная проверка зданий и сооружений. Работы нужно закончить до 1 октября, за 15 дней до начала отопительного сезона. До этой даты комиссия должна принять объект теплоснабжения, поэтому коммунальщикам советуют программу продумать заранее. Также Евгений Корж напомнил, что уже к концу мая руководителям ресурсоснабжающих предприятий и директорам учреждений, которые имеют собственные котельные, нужно предоставить план работ на объектах. Следующее заседание штаба состоится в конце мая. Тамара Илюхина, Роман Адонин, Телемикс.